Цены за вывоз мусора увеличатся сразу на 9% или на 46 рублей. Этим сразу заинтересовались в антимонопольной службе. УФАС проверит, насколько обоснован такой резкий скачок в цене. Помимо Бурятии, ведомство также проверит еще 10 дальневосточных регионов. Это позволит увеличить охват контрольных мероприятий и повысить их эффективность с учетом региональной специфики. УФАС определит достоверность и экономическую обоснованность расходов на обработку и транспортировку отходов и оценит субсидии, выделенные на эти цели. Если ведомство обнаружит нарушение, то уже бурятскому тарифному регулятору дадут предписание исключить из тарифов экономически необоснованные затраты.